Стив Роланд, вы арестованы по обвинению в убийстве Уильяма Шеридана. И сегодня он действительно мертв. Хирург проделал фантастическую работу. Когда они увидят призрак Стива, они начнут делать ошибки. Кто я? Флай! Его звали Джейсон Флай! Сказал номер 13, что еще жив? Он жив? Это невозможно! Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить игру 13. Впереди нас ждет задание. Задание пробраться на подлодку, дабы свалить отсюда. По-видимому, это работа Стива Роланда. Что? Я думал, он погиб. Да, это все странно. Ладно. Все равно все скоро выяснится. Лучше побыстрее. Я начинаю нервничать. Да, ребятки, я тоже начинаю нервничать. Шикарно. Да, классно, что здесь есть таймер по задержке гранаты. Это офигенно. Так, тихонечко. Она думала, что я повезу ее в какое-нибудь романтическое место на уикенд. Что она себе воображает? Что было на самом? Мужик. Ее уже не видел. О, да. Так, ребятки, кажется, время вам отдохнуть. Ух, ё-моё. Чё-то я уж больно сильно себя повредил. Блин, они уже приготавливаются к отплытию, это отстой. Это очень, блин, плохо. Так, ну у меня есть мой пулемет, патрон от М16 и вообще куча всякой няки. Боже мой. Боже мой! Какого ж хрена, пацаны? Какого ж хрена? Надо было из пулемета их всех пострелять. Ой! А чё, я не успею, что ли? Походу, нет. Нет, пацаны! А, блин, ну и ладно. У меня есть свой проход. Блэкджеком и плюхами. Не получилось их, ребят, взорвать, так как я планировал. Да ладно. Так, наверное, это просто альтернативный вариант прохода сейчас я использую. Давай. О! Ух ты! Эх ты, черт! Отлично. Хорошо, что они без шлемов, а? Какой все-таки точный М16? Просто с ума сойти. Так, наверное, мне и не нужно на этих кошках сейчас пробираться. Просто можно пройти. Блин, не успел. Так, 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 так. Где-то здесь должен быть проходик. Ага, вот. Не, нифига не этот. Ну где проход-то, ё-моё? А, вон он, вон он, вон он, вон он, точно. Так, отлично. Ага. И чего? И куда мне? Туда, что ли? Воу! Мама. С ума сойти. Ой, черт. О, я могу и так зацепиться. Че меня заставляли именно на тот цепляться, непонятно. Раскачиваемся. Раскачиваемся. Давай, yes. Отлично. Жалко, весь броник потерял. Ну и хрен с ним.
Так хорошо вначале зарядился, прям. Прям по полной. Так, опять эти кошки бесконечные. Опа, парнишка отдыхает. Боже мой. Ну ладно, ребятки, крышка вам. Ах, как я люблю это. Все в одной куче. Просто шикарно. Сварочные и прочие работы, связанные с огнем, запрещены. Идет погрузка ракет. Блин, если я спрыгну, я разобьюсь. Бежим, 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 бежим. Бежим. Бежим, скорей. Скорее. Скорее. Да, хрена лысый. Походу, чем ближе я приближаюсь к этой штуке, тем быстрее она закрывается. Стопудняк. Так и есть. Экс. Ага. Ну, ладно. Вау. Я не могу нести больше боеприпасов. Ну, значит, время их потратить. А я думал, вы в меня стрелять не будете. Я думал, вы просто рабочие. Старшина первого класса Бейкер, пройдите на мостик. Оу, фак. Мне это не нравится. Блин. Чтоб вас, уродов. Отлично. Есть. Обожаем 16. Черт, вы уроды. Вау. Ты че это на меня так наступаешь-то, а? Дерзко. Ой, еще М16. Да еще и с подствольничком. Вообще зашибись. Да, с оружием они тут не поскупились в этой миссии. Наконец-то можно пострелять вдоволь. Всему свободному персоналу прибыть на ракетную палубу. Бы лохи-то такие, хоть бы шлем одели. У вас бы был какой-нибудь шанс. Зарядиться. Дежурный офицер, пройдите на палубу. Так, а там на что? Да, наверное, нифига. Не буду отвлекаться. Так, кажется, здесь можно где-то крюк использовать, нет? Угу. А, да, точно, вот здесь можно использовать крюк. Может попробовать поработать с арбалетом? Типа как-нибудь вот так. А потом еще вот так. Вот, неплохо, прям в затылке. О! Все? Кажись, кончились. Так. Ага. Так, 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 так. Отлично. ВСС Патриот, люки закрываются через 15 минут. 15 минут? Отлично. Еще куча времени. Так. Надеюсь, здесь больше никаких сюрпризов не будет. В виде таких придурков, которые даже не обратили внимания, что рядом убивают их друзей. Так, вроде никого. Подозрительно тихо. А, мне походу не сюда. Да, мне не сюда. А, я вспомнил, куда мне. Не-не-не. Че, мне туда, что ли? Нет, по-моему, здесь где-то лестница была. Сейчас. Ага, точняк. О боже, он даже может перезаряжаться. Да, это вообще жесть, конечно. Вы понимаете, что сейчас происходит? Я типа лезу наверх, одновременно я это делаю без рук, и еще и могу и перезаряжаться. Это просто космические. Капитан Энтерпрайз входит на борт. Надо бы добраться до этого капитана. Давай, быстрее, быстрее. Быстрее.
Ага, еще один крюк. Ладно. О, нифига себе. Нифига себе. А! Мать моя! Чёртовы уроды, как же я вас ненавижу. Все в броне. О, это вообще лох какой-то. С пестолем. Отлично. Хоть бы дверь закрыли, что ли. Мне бы так посложнее было бы. Лох. Все, что я могу сказать про этого чувака. Просто лох. Так и стоял. Кто там? Кто там опять? А, вот кто. Понятно. Ну что же, а вот я и добрался наконец-то до подлодочки. Вон такая большая. О, и даже для меня лючок открыли. Убрать трап. Не-не-не-не-не-не-не, Дэвид Блейн, какой убрать трап? Отдать концы. Нет, подождите. Приготовиться к отплытию. Стоять! Что я тебе сказал? Где лесенка? Должна быть лесенка где-то сбоку. Сбоку лодки. Где-то должна быть. Я верю в лесенку. Вон она, похоже. Или что-то типа того. Как же тихо-то стало, а? Только ветер дует. Вон, точно. Вот про нее я и говорил. Так. Вот и лесенка. Найдите рацию и свяжитесь с Джонс, спрячьтесь в офицерской каюте, избегайте обнаружения, не убивайте капитана. Да, ладно. Приготовиться к погружению. Такс. Ага, эта дверь закрыта. Такс, мне нужен ключ. Нужен ключ и что-нибудь потише. Типа пестоль, это вот так, нет. Этого не надо. Ха, привет, парень. О, все. Так, что у тебя есть? Надеюсь, у тебя есть ключ. Так, почему здесь все закрыто? Так, а тут... О, открыто. Хм. Так, здесь. И прямо надо мной. Так, ну ладно, ребятки. Идем дальше. Вас я пока убивать не буду, потому что... Можете заметить трупы друг друга. Главное, что погано, не могу убить того, что тот, кто наверху. Так. Открыть клапаны главного балластного резервуара. Тут стал еще. Черт, надо его убить скорее. А, прибыл по вашему приказу, капитан. Блин. Я не хочу, чтобы следующие 15 минут меня беспокоили. Есть, сэр, капитан. Фу, он ушел. О-хо-хо-хо. Так, хорошо. Если этот сейчас... Блин, там еще этот гад наверху. Так, где он там? Он ушел, да? Он ушел? Отлично. Так, блин. Черт, не видит? Блин, я не могу открыть здесь дверь. Что же делать-то, а? Вот этот гад сверху наблюдает, понимаете? И надо его как-то еще... О, пойду за ним. Раз он туда пошел, пойду прямо за ним. Так. Он что, тут обход по кругу, что ли, делает? Похоже, что да. Блин. Неудобное место. Очень все это неудобное место, видите? Так. Хочу его прикончить. Там, наверное, на нем какой-нибудь ключ будет или типа того. Блин, он наверх что ли полез? Куда он делся? А, вот что. Наконец-то. Погружение! Погружение! Скорее, сдохни, сдохни, сдохни. Сдохни. Да сдохни же ты. Фу.
успел, да? Боже ты мой. Ох, ё-моё. Ёлки-палки. Как же я успел-то, я даже не знаю. Еще один. Ну да, это тот самый. Тот самый гаденыш. Ладно, тварь, сейчас зайду к тебе сбоку. И прикончу. Отлично. Фу, больше никто меня не увидит. Наверное, те, что снизу видят... те, что сверху видят, тех, что снизу, а наоборот, никто ничего не видит. Блин, у кого же ключ-то, а? У кого же ключ? Тихонько. Блин, капитан. Черт, мне нельзя убивать капитана. Что же делать-то, а? Может взять его в заложники? Ну-ка. Это номер 7. Повторяю, это номер 7. Ага. Номер 1 слушает. Прием. Я ускорил отбытие USS Patriot в целях защиты груза. База Спец понесла серьезные потери. Номер 11 больше нет с нами. Измените ваш курс и направляйтесь в гавань Мэриленда. Резаут АФДМ-10. Но выполните ваше задание. Вот оно что, еще один флешбэк. Это номер 17. Выполняйте ваше задание. Через несколько секунд я свяжусь с номером 1. Попытайтесь идентифицировать человека, который ответит на мой вызов. И мы наконец выясним, кто такой номер 1 на самом деле. Номер 1. Номер 1. Докладывает номер 17. Вы слышите? Номер 1 слушает. Что происходит? Я передала последние планы номеру 11. Ожидаю ваших приказаний. Вы не должны были связываться со мной, пока не получите сигнал. Номер 17. Алло, номер 17. Я не слышу вас. Кто же номер 17-то? Номер 1. Я так близок. А, это та негритянка. Я должен вспомнить его лицо. Так, куда делся капитан-то? Так, что у нас здесь? USS Patriot, доложите о вашей точке назначения. Прием. Точка назначения Maryland Result, AFDM-10, прием. Вас поняла. Конец связи. Ага. Верхние палубы погружены. Полное погружение. Держите курс на 12 градусов. Так, куда дальше-то? Потихоньку, полегоньку. Да, нужно узнать, кто же номер 1. С номером 17 все, в принципе, ясно. А вот кто номер 1, непонятно. Так. Ёк, кто-то храпит. Кто-то храпит. Так. А, вот что я сделаю. Я возьму трупельник и спрячу его. Ну так, на всякий случай, вдруг пригодится. Отличное место для зайца. Ой, блин! Я вместе с трупом тут спрятался. На 60 футов. Проверьте все люки. Стив Роланд, вы арестованы по обвинению в убийстве Уильяма Шеридана. Сегодня он действительно мертв. Хирург проделал фантастическую работу. Когда они увидят призрак Стива, они начнут делать ошибки. Кто я? Флай! Его звали Джейсон Флай! Я сказал, номер 13 все еще жив! Он жив? Это невозможно! Через 15 минут. Все по местам. Так, что же случилось-то? Мы же уже отплыли вроде. Вас заметили, уходите через ствол торпедного аппарата. Нифига себе. Найдите ключ от замка. Сначала нужно найти ключ, ну а потом уже уходить от трупа сейчас. Кто там?
гости. Веселые гости. Стоять. Так. Посмотрим, куда можно пройти. Нет, не сюда, не сюда, не сюда. Значит, идем назад. Отлично. Автомат, аптечка. Все, что нужно. Вот сволочь. Нетушитель взорвал. Пошел ты. Так. Что ж, это все красное какое-то, как неудобно. Они крепыши. Ой. Ой. Так, куда мне? Сюда? О, черт! Надо валить. Надо валить. Скорей, 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 скорей. Сволочи, хотят меня укокошить. Ну, где вы? Оу, нифига себе. Его просто унесло. Ветром моих пуль. Ах ты, тварь. Фак, 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 фак. Черт, уроды. Прямо за спину мне заходят. О, кажется, все, отбился. Погнали дальше. О, аптечка. Да сейчас, как же. Нейтрализуйте меня, сучки. А! Следующий. Ну, отлично, торпедный аппарат. Капитан. Тебе не выбраться отсюда живым, Роланд. Мы оба взорвемся с этими ракетами. Пошел ты. Я лучше умру, чем скажу номер один, что мы провалили дело. А вот этот вариант мне подходит. Так, где мой... Блин, а где мой пулемет? Есть. Номер 7 уничтожен. Давайте убираемся отсюда. Время валить. Так, куда мне? Куда мне идти? Важный документ. Это отлично, но куда мне идти? Так, видимо, здесь где-то всего лишь одна нужная мне дверь. Продуй-ка это! А, черт, 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 черт! О, мне подствольничка дали бы. Был бы вообще супер. Отлично. Ну что же, видимо, время вернуться обратно, насколько я понимаю, да? И свалить отсюда через тот самый торпедный отсек. Так, да, а вот... Вот и мой билет наружу. Ну, я так и знал, что вы меня в покое, гады, не оставите. Все? Есть. Откройте шлюзы и покиньте ангар. Идет. Опа, у меня гарпун какой-то. А, точно, здесь же есть гарпун. Ё-моё, это очень мощная штука. Но... Да, и, кстати говоря, бесшумная. Если что, на секундочку. Свободен. Так. У меня очень мало ХП и очень много каски. То есть, если будут мне стрелять в голову, в принципе, это нормально. Ну вот, лох.
Блин, жалко, я спалился все-таки. Хотя и так они меня ждут, так что... Ух ты! Быстрее его убрал. Так, где тут еще? По-любому, где-то тут еще должны быть. Это сверху, сбоку. Ладно, буду двигаться аккуратно. Но дерзко. Так, какие-то банки галимые. Дайте мне что-нибудь. Черт, полезное. Ух, хорошо, что он один был. Течка, yes. Все, я на коне. Наконец-то. Так, мне явно не сюда. Кстати, я мог зайти ему в тыл отсюда и прибить лопатой. Гад, а? 5 хпшек-то ты мне сбрил. Ну да ладно. Ничего страшного. Так, я думаю, мне надо наверх. А может и нет, может я жестоко ошибаюсь. И да, я таки жестоко ошибся. Мне сюда совсем не надо. Лестница еще выше, здесь я не вижу. Такс. Так. Фух, надеюсь, это будет не слишком сложно. Их трое. Зашибись. Так. Ух ты, ёп! Ты, хрен собачий, откуда ты здесь вообще? Они ждали прямо меня. И, кстати, мне дали довольно много гранат, что как бы намекая. Что, в общем-то, этих ребят можно уделать гренками. Ой, там еще куча гранат. О, а вот это мне больше нравится. Так, каску я возьму потом. Сначала я буду отрабатывать тему с гранатами. Все, что ли? Вот и все, лошара. Так, отлично. Вроде все, да? Больше никого здесь нету. Ах ты гад. В тебя тоже надо было гранаты швырнуть, раз их тут столько лежит. Ладно, пойду возьму каску. Че, ее оставлять, что ли? Хотя всего 6 очков заполнять целой свеженькой касочкой было не очень умно. Да ладно. Куда ее беречь? О! Арбиш. Арбиш, это хорошо. Так, а вот теперь мне, походу, и правда надо наверх. Может и нет. Стоп. Да, мне надо наверх. Похоже, что... Потому что я вижу там лестницу. Которая ведет еще выше. Джонс, ты слышишь меня? Я сейчас покидаю аэропорт. Каррингтон заберет тебя. Он будет ждать за ангаром 33. Так. Подлечились. Вон там! Не-не-не-не-не, никого тут нет. Так, что у нас здесь? Ага. Так, ну а теперь, кажется, мне надо будет использовать кошку, да? Сейчас посмотрим. Блин, ну кто там? О-о-о! Давайте, ребятки. Так, и последний лох. Ух ты, гад! Ух, видали, а? Хорош. Но не слишком. Блин, ну и чё он уехал теперь? Зараза, а? Не, видите, не дотягиваюсь, фиг там. Ну вернись обратно, вернись. Прошу тебя, я все прощу. Вернись. О, назад едет, отлично. Это я типа должен был перепрыгнуть, а потом... мега крутом слоу-мо, которого здесь нет, уничтожить их всех. Так. Сейчас мы... отлично. И... подтягиваемся. Еще чуть-чуть. Мне что, прямо в стекло, что ли? Блин, мне походу правда прямо в стекло надо. Вау, мам дорогая. Так. Ага. Изменение в план. Ты должен...
должен потопить эту подлодку вместе с грузом. Удачи. Что? Удачи? Да ты... Ты должен прикрепить взрывчатку к винту. Она оборзевшая. Она, по-моему, оборзевшая женщина. Женщина. Почему я не могу ниже спуститься? Блин. Кажись, мне правда на ту сторону надо. Ну, блин, я же разобьюсь. Хотя, ладно, давайте-ка я в воду спущусь. Сейчас посмотрим. У-у-у. Так, а, так мне сюда и надо, боже мой. Так, есть. Мне это место не нравится. Лучше вернуться назад. Блин, мне это место тоже не нравится. Поднимайся, поднимайся, 13-й. Ух. О. Прям полегчало, блин. Что значит вернуться назад? Подождите, нет, не здесь? Надеюсь, меня не взорвет вместе с этой штукой. Ну зашибись-то, а? Так, как мне дальше-то пройти? Никак, что ли? Почему я здесь не могу пройти? Видимо, мне и не надо. Так, лесенка, лесенка, лесенка. Почему ее здесь нет? А, вот куда мне надо. Ё-моё, ё-моё! Сволочуга, а? Давайте сейчас гарпунчик возьму. Попробую с гарпуна. Да кто в меня там шмаляет? Стрелами, что ли? Ё! Ё-моё! Я, блин, понял, кто. Чёртовы водолазы. Чёртовы водолазы. Почему я, кстати, не могу брать у них кислородика? Кстати, заметили? 13-й стал подольше дышать. Блин, как-то. Теперь у него намного больше времени для дыхания. А я думаю, кто в меня стреляет? Так. Дышались, отлично. Черт, сейчас заметят. Долбанная подводная охрана. Мне нужен Аквамен. Срочно. Фух. О, аптечку еще схалявил. Плохо. Так. Надо еще отдышаться. А! Пошел ты. Блин, отдышался, называется. Все, надо уходить. Надо уходить. Эй, 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 кто там опять? Блин, где Аквамен? Где Аквамен, я вас спрашиваю? Гад, промазал. А, черт, а этот попадает, а? Отлично, отлично. Все, 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 надо выплывать, ты поскорее. Нет, сначала отдышусь. Вот гад, а, вы видели, а? Попал в него гарпуном, а ему пофиг. А под водой с одного убивает. Несправедливость. Ну да ладно, я всех прикончил. И теперь сваливаю отсюда. Ну что ж, дорогие друзья, продолжим мы уже в следующей части. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо. До следующей миссии.